Всем здорово, короче, это такой лайфстайл выпуск. После тех двух контестов, которые я устраивал, меня от Велогродно позвали в Белтелерадио радиокомпанию какую-то программу сделать, какой-то эфир. В общем, сейчас уже подхожу к ней и не знаю, там, наверное, интервью какое-то будут брать. Не знаю, короче, посмотрим. Короче, все, пришли в телерадиокомпанию, оказывается, будет прямой эфир, и это будет пиздец, потому что маты запикивать не будут. Вот так. Ну, в историю надо же видосик запилить. Прогноз погоды, это ж ладно. Значит, в районе Гродно у нас ожидаются борзбины на драмчике, в районе Волковыска волрайды на наклонной фигне. Вот так. В общем, все отсняли. Ссылку на видео с прямого эфира я кину в описание видоса. А, ну было вообще, короче, стрёмно. Все, короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.